Так Диму сразу расстрелять, когда спуганы получим. Угу, да. Сейчас отпи***ть молотками. Время отпи***ться молотками от Димы. Пошли это сварку. Сейчас решил напомнить про это. Янтарь! А, погоди, блять, Хонор Алекс такой: «О, янтарь!» Просто на базу нашу зашел и начал пиздить сразу предметы. Аман. Это все, можно радоваться. Хонор Алекс, что это было, блять? И вот Хонор Алекс, блять, ты вот, я так понимаю, ты спиздил двигатель, да? И он у тебя в инвентаре сейчас. И нам из-за тебя, сука, пришлось еще один двигатель делать. Хули ты выходишь, блядь, совсем в инвентарю? Да нахуй он мне сейчас, мы уже скрафтили еще один двигатель, блядь. Вон у нас сундук есть, сюда, блядь, складывай. Заебись, работаем вообще совместно. Да я бомб. Да, ну я уже вычитаю это из вашей пенсии будущей, зарплаты. Ну короче, то даже без фермы, давай отдельно от них идем, короче, будем там отдельно выжиживать. Если вы, блядь, вы сейчас два отшельника ебаных станете, тогда мы развиваться будем как в одиночку. С такой скоростью. Нет, Агаликс. Лёша, Сагаликс. Мы еще базового уровня, блядь, не достигли, а вы уже нахуй отделяетесь. Блядь. Мы на уровне, вот если вот в спор, да, цивилизация там есть, да. Вот три этапа, значит, племя, цивилизация, типа города, и вот космос. Вот у нас, блядь, племя, нахуй. Вот этап. Блин, уже не животное, но племя сраное. Зато вот не животное. Ну ты-то, Дима, еще можно подумать. Я ходячий боец. Ходячий долбоёб. Надо Диме клетку, короче, построить, чтобы он не сбежал, а то он дикий. Да. Дикарь, блядь. Сбежать хочет. А кто уже сломал, вырвал корову? Ну, оранжевый пидор пришел и вырвал корову-то. Надо было защищать. Да, блядь, Дима. Дима, я тебе запрещаю на этот унитаз садиться вообще. Даже если ты тут один будешь, даже если, блядь, вот, если ты сейчас... Короче, если рейд даже будет, и тут только ты тут будешь, все равно запрещено тебе садиться. Все, пошел нахуй отсюда. Пошел нахуй отсюда, блядь. Я не хочу. Пиздим Дима. Пите, ловите. Я приват сейчас включу, блядь. И тебя из друзей уберу нахуй. Для приват все выйдут. Где? Так они обратно зайдут, а ты нахуй пойдешь. Да. Ой. Ой, чё-то поливал. Чё ты, блядь, не понял за тупок? Это симпаладничка. Все, поехали это спутганы делать. Вот и сейчас. То есть это, да. Пошли. Ладно. Чё это за Джуликс, пошли. А, у вас здесь ручной. Она радится, короче, ладно. А чё ручная? Мы вообще придумали, как, ну, я придумал, как это, в боевой режим переводить эту турель. А вот, собственно, она сейчас в боевом режиме. Mm-hmm. Смотри, блядь, вот так вот врубаешь, и потом она это, вот так вот, и поливаешь ботов там дальше. Только, погоди. А это потому что адванс у нас стоял. Во, вот так вот. Вот так, смотри. И вот так вот мы хуярили там ботов. Этот. Один сидит за этой... За крутилкой, другой поливает там всех, блядь. Огонь на поражение. А что здесь подган делать? А, ну, наверное. Два на дорогие. Хотя у меня... Попу надо. Ой, ща, блядь, вот сюда пилу поставлю. Она радится. Вот так, сюда. Что? Не, они с воды есть не попа поедут. Свободная, нет, попа. Вот... Попа? Да, попа свободная. А, да, было. Да. Попа есть на нефти. На нефти попа есть. Это... Поехал. А это чё? Ты со давай, закрывай. Нахуй ты с чем поехал? А да нету сундука, блядь. Нам нужен сундук новый. А света металла. Значит, пойдем добудем металл, хули. Где именно? Какой Дима, хули ты залез, блядь, и прохлаждаешься тут? Да, отдыхаешь. Я не знаю, куда... Вот стоишь просто, блин. Все, да. Это, приехали. У меня пол инвентаря в еде, точно все. Дай мне. Нет, это вся еда, это для этого спутгана. Давай разворачивай, ты думаешь. И крути, нахуй. Хонор Алекс. Охуенно, Хонор Алекс. Да.
Мы как бьем? Против часовой тоже? Ну, видимо, да. Ты, Дима, затупок против часовой бьем, блядь. Я вниз. Я правильно. Ты по верхней части один раз убил. Бей давай, Ханагаликс, чё ты не работаешь? Ты уйди нахуй. Ты того бьёшь, блядь. Да уйди нахуй. Блядь, заебись. Слушай, у тебя туалет есть с собой? Да. Одолжи. Наш туалет. Нет, ты не понимаешь лайфхуки, стук-тук. Не-не-не, ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, дай, сука. Это для ложков, блять, хуйня полная. Да нормально, спидыган. Дай сюда, блять. Я какого-то хуйня. Дай сюда, я ебал твою, блять. Только опустился. Что с управлением, блять? Чуму. Топовый. Хуйня твои лайфхаки, блядь. Лайфхаки топовые. Больше сделаю. Нет, хуйня твои лайфхаки. Хуёвые лайфхаки. Топовые лайфхаки. Нет, для ложков такие лайфхаки. Это багаюз. А вот то, что я опустился под землю, это не багаюз. Надо по ферму сделать, чтобы он собирал. Потому что я на палке опустился, все на физике работает. Знаешь, там типа мешком. Я тоже на физике. Нет, у тебя не на физике работает, у тебя унитаз левитировал. Нет, а в это плотность воздуха отличается. Это не. Да на ман. Чего я не могу? Ты из жирный станет. Че? Ты жирный, я не могу посадить блоки, как вот такой, ты слишком жирный. А я посмотреть хочу. Стань. Я посмотреть хочу. Я блоки, блядь, не могу посадить, как вот такой, как сам слишком жирный. Опусти. На, смотри. А, ну понятно. Вот я могу кого-то хуя посадить блоки. А зачем ты туда-то блоки ставишь, надо не в ту сторону. Нормально, блядь. Охуенно, нормально. Топово, блядь. Я родился. Топово, топово. Что ты делаешь? Тайфхуки. Если котов. Ты их долго делаешь, пиздец. Да нахуй ты туда его ставишь. Да нормально по физике. Да это не туда, блядь. Блядь. Да туда, все. Да не туда, нихуя. Да все, я сейчас выковырю оттуда. Так а зачем можно было их просто протолкнуть? Да похуй. Ну ты вот не знаешь лайфхаки из трикотока. Блядь, а я не добил, сука. Потому что надо лайфхуки из трикотока использовать, а не твое говно. Я добил лайфхуки из трикотока. Ты говно использовал, а не лайфхуки. Лайфхуки топовые. Нет, ты говно использовал. А лайфхуки из трикотыка. Трикотыка. Там надо унитаз использовать, только он работает. Не, хуйня твои лайфхуки из трикотока, блядь. Трикоток топовый. Только я не вижу нихуя, потому что я свой унитаз на благое дело потратил. Да, наверное, тоже. Топово едем. Так быстро. Ну, конечно, вон быстро, смотри, набираем скорость. Да. Ага. Давай, я подрубаю вторую передачу. И это говно начало камень переваривать сначала. Да он будет пока это. Сейчас он когда это. Запомнил. Сейчас он когда это спиздит, надо это спиздить, да. Спиздить. Этот гандон, вот, блядь. Сейчас. Он как говно работает. Сейчас, он еще раз спиздит эту палку, и сейчас после этого надо срочно пиздить сюда. Вот сейчас надо пиздить. Да пиздить, он опять пиздит, блядь, пиздит. Хуйня полная. Это не работает, нихуя. Долбоеб, камень нахуй нам. Долбоёб, копай металл. Копай, блять, раб. А что, на металл засунуть, чтобы он переработал? Не, вот так просто сделаем. Ооо, капец. Умно, умно. Давай, Гантон. Ты чё, блять, охуел, что ли, сука? Долбоёб. У него фетиш какой-то на камень, короче. Он любит камень. Долбоёб. Он просто, блять, с самого дна там достает камень уже. О, металл, наконец-то. Или нет? Да металл уже давно. Ура! Ханраликс, ты клей добыл? Или ты только этого желтого гондона добыл? У нас даже есть корова уже.
Охуеть! А вот это вот говно нам зачем? Вот это вот, нахера нам вот это вот говно? Мы из этого сделаем бомбу. Нахуй нам она сдалась, блядь? Вот нам клей сейчас нужен, и Лёша поплыл за этим клеем, потому что ты нихуя не делаешь. Иду. Уже поздно, нахуй. А ты сколько, Лёша, клея добыл уже? 5 уже. У нас сейчас национальный фокус стоит на получение спидгана. Сенечка решил пообщаться. Иди нахуй, ты шлюха, ёбаная, я с тобой больше не разговариваю. Пидорас, Сенечка, ты можешь здесь вопли не устраивать? Да он пидор просто. Ну, известно и так. Ну, все тогда. Все, у нас металл переработался, и ебашим сейчас это хуйню эту. Что я хотел-то, блядь? Стандоп. Не, ну да. Если они захотят, если они... Клей надо переработать. Это похуй просто. Сенечка, тебе разве не похуй? Да, блядь, у Антона там миллиард каналов нахуй есть. Вот. О, вилка пришла в гости. Галикс, вот нам. Что? Хорошо, Сенечка, заходим. Хей, на канале Антон Пономарёв вышло новое видео. Снова Хамрайс, тебе очень нужно это. Всё. В сундук положи. Антона стрим, фирма Параша. СПК, ой, осуждаю. Ханрелик, не видел, кстати, Сенечка, нашу систему топовую, вот эту вот, подачи? А, да, я видел, типа автомат такой. СПК Удмуртия, стрим СПК Удмуртия. Три допаха. Вообще сейчас сундук будет. Я его сначала отправлю это. Ай, пизда. На нефть, а потом это нормально. А потом мы. За мной Убер поедет или мне самому придется? Не трогай моего друга, ты че охуел, не трогай моего друга. Самому придется. Не трогай, он тебя расхуярит, моего друга. Он тебя сам убивает. Нахуй ты моего друга убил. Вот твой друг. Не трогай моего друга. Ладно, я за зикодером поеду. Ура, Убер! Ты в одиночку далеко не уедешь. И еще нам тачка нужна, блядь. Да, блядь. Пусть пиздует пешком. Пиздуй пешком. Я пешком за ним. А нахуй тебе-то, блядь, пешком за ним? Да, блядь. А попу спиздил? Кнопку спиздил? Попа у нефти. И кнопка там же. Попа? Да. Чего? Да, то что я сейчас еду на бляхе, это хорошо. На Жигулях? Я, блядь, Мерседес заказывал. А всем похуй. На крыше стоял. Где твоя оплата? Где твоя оплата? Вот оплата нету, иди нахуй. Минет сделаю. Так, стой, я сначала хотел это... Ханраликс, минет пойдет? Да. Ты что ты делаешь? Да ебала, она скатывается. Так можно на лифт поставить просто. А похуй, это... Ура, сопровождение! Сопровождение, пошло, он пошел нахуй. Ханраликс, у тебя квест это начался. Что, стрелок? Блять, постройте там хуйню эту, блять. Постройте нам эту хуйню. А, ну, пошли. Да идите, пошли, постройте, блять, там это говно. Place the builder, guy, это за лифты, эту парашу постройте, да, уже, да, наконец-то. Давайте мы лучше к вам принесем. Лучше давайте вам принесем, потому что у вас там дофинишные ресурсы. Да нам-то оно нахуй надо. Мы строим. Идите, постройте, блять, там. Да. Сейчас мы возьмем это. Потом, когда квест закончится, разбейте его нахуй. Сука, Ханраль, да. Я как раз оттуда прибежал, сказал бы взять надо что-то. Ну если бы Гарик сразу сказал бы... Да, блядь, стой! Ну если бы ты тупым не был и сам бы догадался, то тогда бы тоже нормально было. А, да, ну попрёт. Теперь надо все это говно выгрузить отсюда. Всю нефть. Ну ты дебил, я почти перевернул. Не-не-не, все переворачиваю. Все, сам пешочком дойдешь как-нибудь. И пешком пёр аж до склада, несколько раз дохнул, потому что Галикс там с Лёшей были на тележке в пятёрочке. Пятёрочка выручает. Ну а чё, в реальной жизни тоже, знаешь, какой сложный поход до пятёрочки, вообще полной опасности. Всё, поехали. А чё ты меня боёшь, я с тебя как попинаю. Дожда, я залезу. А, охуенно. Да, автоматик. О, попа, кстати, быстрее работает. Тони поплывёт. Ты, блядь, не, лишнее не запомнил, молодец. Во, блядь, смотри, как разогнали. Чё она не засосала?
Потому что ты, оно пока, блядь, это перерабатывало, ты, блядь, еще раз 50 раз нажал. Оно же раньше работало. Там больше ничего не надо. Энергетики дорогие. Да, говно, говно. Здесь нет, потому что это... Ну все, поехали тогда. А куда мы поехали? Ну, мы на... К деду. А, ну да, к деду поехали. Он уже справа сейчас. Я потом сюда добавлю это от доктора Пикселя сервер мод, который это позволяет постройки не разрушать. И мы просто сделаем это тюрьму, в которой, блядь, от голода будут умирать. ГУЛАГ построим, все. Агалик, чтоб ты понимал, у нас был РП там в деревне. Это, да я понимаю. По имени примерно. Конор Алекса в тюрьму посадили. И он такой, и меня посадили. Я признался, что это я все сделал, его выпустили. Все, здесь тюрьму. Этот долбоёб приходит ко мне, ломает дверь тюрьмы и говорит, выходи. А потом нас ловят и к стенке приговаривают к смерти, блядь. Не так все было. Не так все было. Я защищал. Я защищал. Я в тюрьме был, и мне просто сидеть надо было. Я тебя защищал. И тебя защищал тогда. От кого? Что ты мяшешь? Реально, давайте построим хотя бы деревню, чтобы людям жить моно было. Ну тебе-то мы не построим точно ничего, блядь. Блядь. То, что ты нихуя не делаешь для того, чтобы эту деревню сделать. Да, этого у меня еда. Ну, блядь, есть же пособие безработных. Давайте ему 30 секунд, чтобы... Нету пособия безработным, пошел нахуй. В отдел кадров, пожалуйста. Ты где только что пришел? Дима, привет. Капец, блядь. Все, надо теперь это вырастить, хуйню эту. Да еще подшипник. Это он где свои семейства безработных? Да, надо это, металл есть. Че себе, блядь, танковая корова? Это тележка, блядь. Ты че, охуел? Мы на ней весь вархаус прошли, гандон, блядь. Не знаешь, что ты на чем тут говорить. Вот этого сразу, вот этого расстрелять тоже вместе с Димой вместе, блядь. Он священную, блядь, тележку оскорбил. Смотри, они вчетвером не могут машинку построить. Нет. Новичку. О, 30 ржавого металла. Так пошли сажать. У нас есть целый мотор. Давайте его построим. О, Галик, за Галик, стоять. Да, мотор. Чего, блядь? Мотор был. Кто спиздил мотор? Да, 30 металл. Нахуй мне это надо, блядь, верни это в сундук. А кто мотор спиздил? А, блядь. Ты не спиздил его. Новый не подходит. Я блядь, слишком хороший. Сделаем машину от АвтоВАЗа. Новый мотор не подходит. Надо из теннисного мячика. А, сделать. Робот, идите сюда, сейчас буду пиздить. Новый там красный показывает. Пускай время там. Нормально. Вот 30 металла есть. А, вон еще вот висит. 30 металла, надо мусор. А, во, хорош. Зачем еще, Саша? Да еще помидоры. Нет, помидоры там и да, здесь помидоры. Надо еще или как? Поехали. 20 ржавого металла, да. Поехали. Конор Алекс, иди за 20 ржавого металла. То есть два бота убей. Да. Слишком долго ехать. Одному, ладно. А робота где найти? Так, потом попробуйте меня только. Дима, куда ты пошел? Конор Алекс. У тебя есть соединитель? Да. Видал, я молодец. Я не бездельник, я работаю. Подсоедини это колес. Я такого не говорил. Чем? Ну подсоедини. Ты говорил, блядь, ты меня еще нараспел. Да, ну, блядь, ну Конор. Да, вот это я говорил. Иди положи в сундук. На тебе, иди. Блядь, где машина? Вот, бери. Машину бросай. Ну, тебе бы сказал. За что спасибо? Верни мне эту херню, ты мне пиздец. Ой, я нашел машину, она катится. Вообще это я делал. С машиной иди мне без тормозов. Чего, блядь? Машина без тормозов. Ты че, блядь, на тачке поехал, что ли? Да. А хули он один поехал, блядь? Его проблемы. Ура. Нет, ваши проблемы, че с ним никто не поехал? Блять, меня сейчас бот изнасилует. Сука, за мной бот бегает, так ебисит меня бот, сука. Мне тебя придется съесть, чтобы не сдохнуть. У меня есть хавчик, а я с бота выпью. Он разумный, он знает,
Что он знает, он понимает, куда он, куда нет. Что, блин? Правильно, прав, Путин. Да, разумный, короче, снич. Нет, я жертва обстоятельств. Кто? Агаль? Я? От Агаликса. Да, на тебя же, блядь, напали, ты ж просыпайся от взрыва. Ай, да, как кончились, класс. Чё кончились? Моя крёстна, короче, проснулась от этих... Тиран. Это мальчика со стёклами, ей поехала в метро, потом это, блядь, там, звонят, говорят, бомблят. А она такая, едет в метро, бомблят? Там... Бомблят? Фу, бомблят. Так у тебя бомблят. Табли. Столько, я понимаю, что много металла не бывает. Синичка, давай трахаться. Ну, я сейчас... Чуть позже. Окей. Чё вы делаете? Трахаемся. Зикодер, иди сюда. В кустиках или... Идите Диме, помогите, блядь. Ну, трахаться. Трахать металл. Если вам так удобнее. Только попробуй спиздить фанраник. Ой, блядь, синичку пиздить. Так мне уже не надо. Нам нужно второе кресло сюда. Только попробуй. Нам нужно 30 металлов. Та на ману уже едут. Я бы отбивал, сука, электромотор. У меня есть соединитель. Вот это говно, которое тут Дима поставил, вот эти бутылки с самой, они касаются нашей пилы. Я зачем-то построил обоссал бутылку. Ура! Давай, поехали домой. Он едет. Бензин. Мощности не хватает. У меня есть бензин. О, квест комплект. Верните. Разбирайте нахуй теперь эту машину с самой. В смысле, блядь? Она нам нахуй не сдалась. Давайте доработаем лучше. Нет. Что, нет? Ну ладно, хорошо, давай идите сюда, тогда будем кормить этого глобага, чтобы взрывчатку сделать и взорвать эту машину нахуй. Сейчас, где там? У меня дерево есть как раз немного. Отличный план. Погнали картон делать. Анраликс на два шага вперед продумал, зачем нам взрывчатка нужна. Для того, чтобы взорвать нахер эту бесполезную сраную машину. Да ее уже я прям буду. Поставьте лайк, если хотите больше видео этого формата. А также подписывайтесь и включайте все уведомления, чтобы не пропустить новые ролики. Всего доброго.